Всех приветствую на канале «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня у нас топ-3 лучших розетки с таймером с AliExpress. Ссылки на лучшие розетки с таймером вы найдете в описании к данному видео. Мы начинаем. И, собственно, возглавляет наш рейтинг. Это розетка с таймером фирмы TACU. Достаточно популярная, я бы сейчас сказал, одна из самых популярных в настоящее время. Чем хороша эта розетка? Ну, более-менее качественная сборка, наличие дисплея, многофункциональное здесь управление, достаточно много кнопок вы можете задать, как вам угодно, да, и, в общем, параметров здесь целая куча. При этом сейчас скидка идет очень хорошая на эту розетку, 663 рубля она стоит, ну и в принципе за такие деньги очень и очень хороший вариант. Программируемая розетка с таймером от 220, она работает, евровилка, ну то есть все, что необходимо, здесь есть. Ну при этом сказать, что особых характеристик тут, конечно, у нее нет, это простенький приборчик такой, ну и в общем заслуживает внимания в первую очередь. Следующий вариант — это электрическая розетка, программируемая до 7 дней, тоже с дисплеем, тоже евровилка, тоже от 220 розетки работает. Это у нас бренд SinoTimer. Сама по себе розетка от предыдущей отличается тем, что здесь дисплейчик побольше идет, получше видно цифры, ну и соответственно, если есть проблемы со зрением, то все-таки этот вариант получше, да и постильнее она выглядит. По качеству сборки, по функциональности она ничем особо не отличается от предыдущего образца. Но все-таки, если брать по совокупности отзывов, то люди, которые пользуются, все-таки предыдущему варианту предпочтение отдают больше. Ну и завершает наш рейтинг надежная проверенная розетка, правда без дисплея, максимум на 10 часов таймер обратного отсчета идет. Она действительно зарекомендовала себя, но все-таки как-то люди уже больше предпочитают варианты с дисплеями, поэтому и в рейтинге она нашем занимает только 3-е место. Вообще вариант надежный, но по цене она тоже подороже, 630 рублей, но качество сборки, как специалисты опять же отмечают, оно немножечко повыше, ну и подолговечнее она, хотя при аккуратном обращении и прочие варианты тоже неплохие, так скажем. Ну, название бренда здесь написано, я не буду его произносить, Джуан какой-то. Но, тем не менее, кто вот на AliExpress заказывает товары, да, кто уже брал вилки с таймерами до этого, они прекрасно этот бренд знают. Ссылки на лучшие розетки с таймерами вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под роликом, жмите на колокольчик и всего вам хорошего.